Эх, просто сейчас, наверное, у многих ужас в глазах, паника. Чё происходит? Что на экране? Что это такое? Как достать кого? Соседа? Что это за картинка? Что это за квадраж? Что это за графика? Непонятно, что происходит. Какой год издания? 2002 Джувуд Продакшн. 2002 это просто, это когда было? Это сколько тысячелетий назад? Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найт Гвард. Ну что ж, ребята. Сегодня вот мне захотелось вам показать одну, так сказать, игру из разряда ностальгия нахлынула, потому что сейчас без шуток. Мне это приснилось. Типа я сижу с бородой, подходит какой-то пацан ко мне, я ему говорю: пиздюк, тащи комп, сейчас я покажу, во что батька твой играл по молодости. И вот, ребята, я вспомнил, собственно, в своем же сне игру под названием «Как достать соседа» и решил ее показать. Поэтому, наверное, давайте сидите поудобнее и смотрите, во что играли, собственно, геймеры в начале нулевых. Причем эта игра, это шедевр. В нее играли абсолютно все, то есть мы ее обсуждали, так сказать, всей школой, всем классом вообще, что, как, на сколько процентов вы прошли. Сейчас, короче, кто не играл, я думаю, ребят, тут поймет, так сказать, по ходу игры, а кто играл, с вас, ребят, лайк, там, какой-нибудь комментарий забавный относительно этой игры, потому что у всех есть с ней истории, связанные, так сказать, не знаю, какие-то интересные. Кто как некоторые миссии проходил по 10 раз, потому что хотелось максимального, так сказать, уровня. Как это называется, телешоу, это ж типа, вроде как это постановка телешоу, где мы за вот этого вот Вуди издеваемся над этим вот потрясающим немолодым человеком, это если вкратце. Ладно, хрен трындеть, погнали поиграем немножечко в эту игрушечку, такая, знаете ли, ностальгирующая, а у нас рубрика будет иногда возникать, когда мне будет хотеться поиграть во что-то вот экстравагантное. Давайте начнем. Так, новая игра, что у нас здесь? Пилотная серия, наверное, не будет проходить, это у нас обучалка, я там и так как профи все знаю, поэтому проходил игру неоднократно. Начнем просто с первого сезона, ребят. Это типа телешоу, которое снимаете вы. Так, подсказка. Некоторые пакости в сериях можно пропускать. Нет, конечно, мы все будем делать до конца. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще тип, а редко застанешь его мирно сидящим в кресле. Исключения только подтверждают правила. Может, он просто затаился и что-то высматривает. Вуди это не по душе, придется навестить следочку. Отлично, отлично просто. На самом деле, раньше никогда ничего не читал. Вот это вот просто вот тыкал и сразу играл. Минимальная оценка прохода, сделаем сотку просто. Так, 5 минут времени, все, 4 пакости, понеслась. Боже, как это круто. Боже, просто это просто это нереально. О да, о да. В серии сделал гадость. Счит... А я не успел, короче, название серии. Просто пушечка, ребята. Так, собираем сейчас предметы для пакости. И следим за соседом, чтобы там он не пошел к нам. Короче, если нас он застает, нам валивает пиздюлей. Все очень просто. Проще бляха не бывает. Так, надо сейчас все спланировать в комбинацию. Я помню, здесь надо делать комбинации. О, сосед пошел подсматривать за... Не знаю, за очень сексапильной соседкой. Так, тут у нас ни хера нет, так понимаю, да? Вообще. Ля, что делать? У нас подушка-пердушка, клей. Сейчас мы, наверное, возьмем еще яйцо. И здесь завяжем в бублик все. То есть я примерно комбинацию понял. Клей сюда. Значит, сначала забираем яичко. Ну, это первая серия, ребят. Тут я, конечно, как профи сработаю. Просто идеально. Так, интересно, я успею это все провернуть или нет? Ну-ка. Если нет, сейчас буду просто плакать. Так, братан, подожди. Потерпи. О, успеваем. Так, сходим вниз. Блин, сейчас только единственное, мы приколы будем просирать, потому что я... Блин, походу не успею, слушайте. Это печалька. О, нет, ну сейчас там пока... Засрали микроволновку яичком. Так, ломаем. Да. А, тут все быстрый просто. Окей, сломали телек, подушка-пердушка. Вниз, теперь можно наслаждаться. Так, клей на бинокль, смотрит за соседкой. Ага, все, минус глаза. Здорово. Ну то теперь у тебя плюс 200 на оба глаза. Блин, это так мило, я не знаю, в детстве это все казалось чем-то. Типа, так тебе и надо, сука. Говнюк. А потом спустя какое-то время понимаешь, что, блин, это типа обычный мужик, он ничего плохого не делал. И ему так влетает. Это как, знаете, такая отсылка, как мультик «Том и Джерри», когда ты понимаешь, что, блядь, да, Том-то нормальный тип. Он даже не жрал бы эту хребаную мышь, если бы него эта хозяйка, которая заставляла это делать. О, подушка-пердушка, классика. Кстати, ребята, порнографическая картинка с разрешением, наверное, где-то 20, точно 20 точек. Ни хера не видно, просто мыло страшное, но в детстве казалось чем-то интересным. Первая серия сотка просто. Наверное, никто даже ничего не понял. Это было слишком просто.
Воскресный отдых. А, вот название серии. Сделал гадость сердцу радость. А, у телеэкрана. Воскресный отдых, Сет развалился в кресле перед телевизором с непременной бутылкой пива в руке. Время от времени он заставляет себя встать и тешится к холодильнику за новой бутылочкой. Как же Вуди... уличить этот момент для пакости. Поживем увидим, решает Вуди и незаметно пробирается в дом. Ух, или сейчас просто понесется. Так, все, возвращаемся. Смотри, я немножко поднастроил звук, потому что он был чертовски громкий. Там да, в момент, когда он сел на подушку-пердушку, это просто... Это 10 из 10, это топ-контент просто подъехал. Так. Компания Jewood Productions. Вторая серия, ребята. Ебать, просто... У телеэкрана. Поехали. Там дальше все будет все сложнее и сложнее, будет все больше этажей. Не знаю, это прям шедеврально. Так, что у нас здесь? У нас здесь пила. А, ну это я помню. Так, сейчас он куда пойдет? Сейчас, наверное, пойдет за пивом, потом, скорее всего, будет в туалет. Так, значит, забираем сейчас себе вот это. Забираем, что тут есть у нас, вот здесь. Надо сейчас, наверное, первый проход, а посмотреть, куда он идет, потому что я не помню, куда он достоверно ходит. Здесь у нас... Вот тут, я помню, с этой херней жесткая тема, потому что подпил очень долгий. С помощью пилы прям очень долго, надо все дело успеть. Так, сейчас идет опять кресло. Здесь у нас также яйцо, это слабительное, всего приколов 6. 6? Подожди. Раз, два, три, четыре. А где шестой-то? Подожди, что-то я... Может, я что-то пропустил? Сложно? Откуда шесть приколов? Подождите. Я что-то не взял, что ли, или что? Да нет, вроде бы все взял. А откуда шесть приколов? Быстрее, 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 быстрее. Откуда шесть приколов возникает? Что-то непонятно. Так. Ну, для начала подготовим почву снизу. Ему же сюда идти в любом случае, поэтому сортирочку забиваем. Да, просто офигенный вид из-за этого. Это, по-моему, это какая-то обучалка для людей, которые хотят творить всякую херню в жизни. Ребят, не повторять этого, так сказать, дома. Делать профессионал, это телевизионное шоу, тут так можно. Так, у нас приколов 6. Какого хера? Яйцо сюда, сюда слабительное. Ломаю телек и подкручиваю. Это... Блять, это что-то невероятное. Так, ну я, блин, честно говоря, запоздал уже. Надо было быстрее, наверное, делать это. Сейчас он берет пиво. Так. Значит, для начала мы херачим вот здесь. Давай, быстро, быстро, Вуди, Вуди, давай, 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 давай. Где-то что-то я упускаю. Либо я туплю, либо что-то упускаю, я хер его знаю. Так, это сюда. Это сюда. Почему-то мне кажется, комбинация такая себе получается, но хер вы с ним так. Потом возьмем свое бухло, там пока будет раздупляться с микроволновкой и все дела. Хотя, блин, он затухнет на самом-то деле, слушайте. Пока он зря, походу, сделал микроволновочку. Надо было как-то по-другому, наверное. Так, ломаем, короче. Да-да-да-да-да, сейчас он будет в шоке. Вот он очень долго пилит. Пиздец. Я не успеваю вообще никак. Слушайте, это, походу, провал. Это провал! А как это все провернуть-то за раз? Ёб твою мать, не успел, только вот максимум, что я использую, это вот это вот. Я в шоке, слушайте, комбинацию просрал. Как так? Так, ну сломался, да, сломался. Я сломался кресло, он красиво улетел. Съемка оператора просто здесь сидит, ребят, простите, не успел заснять за раз. Я стараюсь, это очень сложно. Да, Керун садится пить. Он в шоке. Да, ему надо в туалет. Это третья шутка. Там будет четвертая. Стоп, а где еще одна? Что-то здесь нечисто. Так, там... Ох, эти звуки, ребят. Это контент из нулевых, понимаете? Мы над этим смеялись. Ничего не поделаешь. Я не хотел. А, ну все, сейчас реально 6 шуток вышло. Слушайте, ну я что-то не добил, походу, до соточки. Неправильный порядок есть. Сейчас он придет за пивком обратно, я так понимаю, да? Да, блин. Надо было немножко по-другому раскидывать, слушайте. Как-то либо без... А хотя тогда как успеть, если без яйца, без слабительного? Нихера ж не успеешь ему это все дело спилить. Сука, что так сложно-то? В детстве казалось все очень просто. Типа как-то мозг сам это раскидывал. Я хрен его знает. Ну, 4 было стресса на пике, да? Вот телек мы сломали, он в шоке. Ну и что там у нас как раз... А, нет, все.
Тогда я все сделал идеально. Тогда игра предусматривала то, что мы не можем успеть. Эти, я, блин, из веселой ностальгической игры начну тут думать. Это же, как бы, серьезная тема. Она делает все на сотку. Мне как бы 23 года. Это как бы уже не 10 лет, как было в детстве, да? Это как бы серьезные игры. Так, сюрприз ко дню рождения. У соседа день рождения, как всегда, он празднует наедине с собой любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик, ну а... ну-ка, пришла ему открытка или посылка с подарком. Вот бедолага, разве так делают, сделают день рождения? Вуди решает ему по-соседски помочь. Поможем, конечно же. Сюрприз к днюхе, приколов 6, погнали. Блять, это огонь просто. Я купаюсь вообще в счастье. Вот эти все потом, там еще есть вторая часть каноничная, именно каноничная, где вот старые персонажи, там есть вот эта вот мамочка его там, и вот девушка, борцуха, я сейчас не шучу, она борцуха, по-моему, ее зовут Анна. Так, торт у него здесь, да, я так понимаю? Ух, нихера, полный набор взяли, так, ну разве красить эту, я так помню, да, сыр, это, а, ну все, тут я в принципе все понял. Так, мне вот только интересно, он в туалет сам ходит, или надо заставить вот это пойти? Плохим тортом, скорее всего, да? Надеюсь, он в сортирку сам не пойдет, слушайте. Давай, давай, смотри, что там в письмах. Ничего не пришло, типа, в WhatsApp сообщения пришли, ВКонтакте тоже, стена пустая, никому-то не нужен, потому что убрал дату дня рождения ВКонтакте, и все же, говорится, и про тебя все забыли. Это обыденная тема. Так, разливаем это здесь, это засовываем сюда. Так, классно. А, это он потом, если ему будет больно пальчику, побежит за все. Здесь у нас еще яйцо осталось и петарды. Как бы это все дело так провернуть, чтобы правильно было? Вот хер его знает. Чтобы недолго было. Так, скорее всего, бьет у нас обратно за свечами. Да, вот мы выходим. Быстро, просто быстро рисуй. Давай, 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 давай. Есть. Давай, давай, Вуди, Вуди, Вуди. Он сейчас торт будет жрать. А она сейчас надо успеть наверх, типа, через второй этаж. Вот отсюда. Так, разрисовали, просто гениальная картина. Айвазовский отдыхает. Просто лучше не придумаешь. Так, полетели. Вот это тайминги, просто идеально. Так, петарды сделали элитные. Мышеловочка. Бамс. Это больно. Это больно. Никто не спорит, это больно. Как он бежит. Испорченный портрет мамочки. Твою мать. Да, он бесится. Сломал себе поясницу в двух местах. Просто Джон Сина челлендж. Так, вытер. Бежит, у него лейкопластырь, ему нужен. Тут, блядь, нежданчик, сука, бедный, пальчик болит. Он еблый, еще раз на поясницу, просто. Минус 2 позвонка. Это больно. И еще раз. Хрясь просто. Ох. Слушайте, как же, вот, блин, мне его жалко, типа, за что? Еще и туалет засран, ну просто. Вот это я насыпал комбинации, слушайте, 3 стресса к ряду. Вот это пушечка. Жахнули так жахнули. Слушайте, вот судя по процентам, скорее всего, слишком много отдано под взрыв петард. Наверное, процентов 20 получается, или что это? Кстати, я не подумал, а можно ли было засунуть мышеловку не в, собственно говоря, почту? Нет, он тогда не пошел сюда. Я хотел, типа, чтобы он полез за лейкопластырем, и, типа, еще раз ему было больно, я совсем уж изверг. Так, он смотрит, заляпанным микроволновкой. Ёб твою мать. Третий раз за 2 дня. Что за херня? Кто это делает, блядь? Что за гномик завелся? Так, берет петарду. Там у нас жесткий корсар 500X3000, который взрывается так, что отрывает вообще все. Еблысь, и все, минус торт. Осталось только жишка. И не идеально, не... 97! А, вот это просто... А где я накосячил? Слушайте, где он долго шел? Как так? То есть наверное, предполагалось это все прям в общий... Я бы туда не успел это все сделать. Я бы не успел туда выйти. То есть прям сразу и яичко, и петарда. То есть ему там 2 бахает. Он спускается, ему по пальцам бьет. Он бежит... ну это жестко. Слушайте, а там разве можно было поспеть? Я бы не успел туда выйти из ванной, чтобы подняться в зал. И он меня захерачил. Это было бы печально. Хер его знает, это прям жестко. Ладно, ну не буду переигрывать, ну просто это блядь, челлендж, ну это простая игра, нет. Это как бы дальше вообще хардкор, тут как бы второй сезон, это просто мрак. Тут уже, видите, верхние этажи, там загар, там и своя свинка, спойлеры пошли. Третий сезон, видите, пока закрыт, типа, надо второй снять. Так, ладно, первый сезон. Следующая серия. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога? Ну,
Много чего, ну ладно. Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Как вот написано, с душой, да, просто? Что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Ах, пальчики оближешь. Это, вот сейчас такой, ребята, душевности в играх просто нет. Раньше мы это не читали нихера, но сейчас читаешь, и просто аж слезки подтекают. Но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог. И сосед стремглав мчится в ванную. Стремглав мчится в ванную. Просто Пушкин писал. Вуди остается только ловить момент, должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Ебать, конечно, помешаем. Семь приколов, ребят. Это мощно. Это невероятно мощно. Ту-т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 у-ру-ру-ру-ру-ру. Музыка ностальгическая. Так. Да, здесь закрыто. Быстро собираем сразу сейчас. Микроволновка. Да, без проблем. Так, это, кстати, пушечная серия. Сейчас не факт, что успею все забрать. Сейчас, наверное, пойдет в ванну или нет, или куда? Или успею? Успею, да, успею. Сейчас, наверное, пойдет в ванну, скорее всего, подниматься. Я не знаю. А, он там ждет, вот тут надо затаймить. Он ожидает очень долго, собственно говоря, вот этот вот заход с микроволновки. Здесь гигантская комбинация внутри, собственно говоря, этой. Да. Здесь просто бешеная комбинация внутри ванны. Там надо затаймить, он там однажды воду открывает, а потом как-то там, блядь, это сложно. Вот это сейчас я просто за руиню. Я уже чувствую, что я это руиню. Если честно. Так, яйцо. Япона-кочерыга. Я нихера не помню. Это что у нас такое? Крем. Это крем, а это что? Средство, волосы. Так, тихо, это вот сюда. Наверное. Да. Боже, как это жестко сейчас будет. Это сейчас будет просто невероятно жестко. Настолько жестко, что мне даже страшно. Так, он идет сейчас на свое место. Залетаем сюда быстро. Это сюда. Так, в один из тубиков должны залить вот эту штуку. Там что-то происходит, ребята, я не успеваю смотреть. А, ну он упал на мыле, это неинтересно. Это стандартная классика, типа, что там делать. Так, захерач, тихо. Микролог мы тоже уже видели, это сейчас. Главные приколы будут вот здесь, и мы как раз мы сможем спокойно посмотреть. Все, я сейчас сделал все приколы. Теперь чисто надо правильно рассказать в плане времени. Так, вот сейчас он долго будет отдыхать. Ай, блин, зря, наверное, сюда мыло захер... Ай, это вообще ошибка. Здесь долгий тайминг отдыха... Можешь переснять? Здесь долгий тайминг отдыха... Блин, это херня, короче. Это херня. Переснять. Начать съемку заново. Да, я не хочу это просирать. Я что-то не подумал об этом. Долгий тайминг отдыха, надо было мыло оставлять тоже на... Так сказать, на ванну. Просто... Я начинаю додумываться в игре лет 2002 года, ребята. То есть я когда у него последний раз играл, мне, наверное, было лет 7. Или 8, я не знаю. Но это была фиаско, да, я что-то не подумал, там же прям долгий тайминг. Ёлки-палки. Даже головой думать, Владислав, ну идти тебя за ног. Так, все, забрали все, что хотели. Просто теперь валиваемся наверх. Тут, короче, ничего не делаем, кроме... Если бы я мог куда-то еще и сюда яйцо припандырить, я бы еще туда яйцо заприпандырил. Но оно только здесь работает, поэтому... Да, просто кусок пирога. Вдолбил в одно рыло. Так, ушел. Значится, сюда, где яичко я еще не поднял, я понял. Все, добавляем какой-то крем, там, не знаю, для бритья подмышек. Это смешно, наверное, хотя можно схлоптать, не знаю, какую-нибудь болячку, если крем сожрешь целиком в пироге. Так, водичку он открыл. Идешь через дальнюю или через ближнюю? Ага, побрился. Все, красивый, молодец. Подмышечки тоже. Слушайте, вообще, он интеллигентный человек, посмотрите, блядь. Как говорится, покушал, умылся, все дела, подстриг подмышечки, блядь, просто идеальный. Бедняга, как же он, сука, страдает? Это просто это ужас. Это же ужас. Кстати, блин, возможно, портрет это, будет его замедлять. Вот в чем проблема. Так, разлили здесь мыло. Это сюда. Ой, сейчас тут такой комплект будет, что мне страшно. Это сюда. Так, ну там мы все это видели с микроволновкой. Не смысл даже смотреть, да? Мне кажется, это его замедлит, он будет с пирога бежать сюда, и пусть лучше бежит сразу, типа, в добивку. А на обратном пути я как раз-таки нарисую момент. Вот так, наверное, сделаю. Чтобы не упал этот накал, так сказать, страсти. Вот он сейчас это сожрет, его будет тянуть прям облеботронить, он сюда будет именно бежать. Это сохранит ему время. Потому что если он здесь затормозит, это просто как бы упадет. Хотя... Успею, нет? Так, ему не понравилось с кремом жрать еду. Он бежит.
Успеет, ну-ка, интересно, прям с пиком. Так, он побегает к этой штуке. Ты еще не бежишь, да, я думал, ты будешь бежать. Тут не зря нарисовал, слушайте. Так, он охеревает, да, испортили картину, вот же мразь. Это со стрессом? Да, со стрессом. Первый стресс, поехали. Братан, тут дальше просто жопа, не заходи в ванную. Я не знаю, хотя что телезрители нам хотят, что туда зашел, но тебе лучше, вот я шепчу тебе из этого, из шкафа. Не заходи, не надо, нет, Джонни. Ну все, это груз 200, ебать. Поехали. Поясница в минуса. Причем мыло бетонное, но видите, даже под прыжком ноги не прожимает, хотя где-то на вид весит килограмм на 150. С длинным языком, кстати, хорошим рабочим языком для разговорной, так сказать, ситуации в сериале. Вот. Он поэтому и актер. Еще раз ломает себе поясницу. Засранный туалет. Тюбики его не смущают. Он подошел к ним в упор, но там какая-то херня. Но нормально, говорит, нормально. В принципе, раньше был прозрачный тюбик, теперь стал желтый, а там вообще какая-то херня коричневая. Тут сойдет, в принципе, жить можно. Так, сюда херачится. Что у нас здесь? Опа, прилипло. Ну да, как бы там клей был. Это серьезно. Это сразу 20%, это сразу стресс. Ломается, ломается у него все, короче. И сейчас вот эта штука для роста волос в подмышке. Оп, оп. И все, говорится, и ты йети. Ну это бешеная комбинация. И 97 все равно. Где? Где? Слушайте. Может, реально первый раз я... Зря надо было тогда три шутки делать там. Комбинацию. Да нет, невозможно. Он слишком много долго времени теряет на этой, на микроволновке. Сука, а что так сложно-то? Тут так шли идеально. Что это за 97? Это что за... Типа, 2 по 100, 2 по 97, это что-то ужасное. Не знаю, мне это не нравится. Просто отвратительно. Так, футбольные баталии. Наш сосед ярый футбольный болельщик, за исключением тех случаев, когда мяч попадает в его окно. Ему всего-то хотелось немного расслабиться, поиграть на пианино. После таких переживаний лишь любимая фиалка, а Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но Вуди, так, выходит вновь на сцену. 8 приколов. Ну, это апогей, ребят, сегодняшней серии. Ручки размяли. 8 приколов. Приколы, как говорит этот, как его, Сабуров, вот. Угу. Приколы. Понеслась. Так, шар для боулинга, да? Просто, я уже, понимаете, я все помню уже наизусть. Так, сюда надо будет добавить какую-то херню. Мячик летел в окно. И просто дурные дети, которые будут забивать мячик в окно каждый раз, когда он, как говорится, ему обратно выкидывают. Вот просто каждый раз он обратно выкидывает, не каждый раз он попадает в одно и то же окно. Просто, не знаю, либо УЗИ какая-то точно странная, либо хер его знает. Так, он идет нюхать цветочек. Мне нужно будет то ли сыр, то ли... тут еще с этим, с телефоном. Тут надо будет чернилами захерачить ему ноты, сломать там что-то. Все, я понял. Тут сейчас будет жестко. Так, сортирка используется только в одном случае. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Я, наверное, мыло оставлю вот сюда для этого прикола. Тут будет чисто сортирка и все. Телефон нужен для того, что... А я не помню, для чего он нужен, кстати говоря. Вот он забивает, надо будет как-то им, короче, надо будет как-то его отвлечь, чтобы... Я не помню, я сейчас его могу забрать или что, этот телефон, чтобы потом звонить ему или как? Да-да-да-да, я могу типа звонить через этот телефон. Так. Он идет нюхать. Здесь забрали мы, здесь все жестко. Здесь все просто, здесь, как говорится, вот так вот. Там двойной прикол, можно было использовать этот. Ну кто знал. Просто кто знал? Я вот не знал. Что-то я так в разнобой делаю шутки, что просто мрак. А нахера телефон? Куда он ему будет звонить, блядь? У него нет телефонов. Нахера ему телефон? Там, блядь, просто охеренная игра на пианино у него происходит. Он его чинит. Нахера мне телефон, пока непонятно. Можно отвлечь соседа. Каким образом я его отвлеку, если телефона нету? Он вниз пойдет. Снизу труба есть. Так это ж дорого, типа, звонить с мобильника на... Ёлки-палки, ты чё? Чё-то я вообще в разнобой как-то шутки рассказал, отвратительно. Тут тоже шутка шла, тут надо было... Блять, вообще все сломалось, ребята, подождите, это точно надо переснимать. Вообще неправильно. Тут вот сложно, все, дошли. Это пиковый уровень, тут уже надо ICQ 220 иметь. Как у Альберта Эйнштейна, иначе ты просто это не вывозишь. Во-первых, я не знал, что можно использовать маркер два раза. Типа, надо было телефон в связке с картиной использовать. Это 100%. Просто капец. Это слишком хардкорно.
Во-вторых, надо было сыр забрать и захерачить сразу и сюда по пути еще и эту отраву. Блин, столько надо было всего сделать, что я просто в шоке. Во-первых, сейчас надо, наверное, забрать сразу телефон. Что это комната, которая нам доступна, так сказать, не всегда. Так, теперь мы идем в туалет. Я успею, интересно, или нет? В туалет. Так, он что-то там поорал еще на них, типа, мрази, мрази, Россия, Испания, Россия победит. И так далее. Так, молодец. Забрал. Угу. Идет к своему любимому цветочку. Сейчас, наверное, стоит собрать все, так потом всю эту штуку проворачивать. Сейчас он пойдет играть. Ну, хотя, наверное, если он пойдет играть, мне это времени не хватит. Я пока успею дойти туда. Или хватит времени, я не знаю. Не, навряд ли сейчас будет играть, типа, не хватит времени собрать все, типа. Тут сейчас сразу мячик, нет, тут просто бесполезняк. Сейчас мячик сразу прилетает, он идет к мячику, то есть это... Лучше просто еще не круг сделаем. Вот нам прилетел мячик, он идет. Давай, 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 давай. Молодец. Так, сейчас собираем все шуточки. А я могу тут разлить, слушайте, мыло, чтобы ему два подряд было с этим? Или нет? Я хрен его знает. Ну, можно, конечно, поэкспериментировать. Так, забираем сейчас тут у нас в холодильнике прибомбесы. Или все-таки нет? Наверное, все-таки лучше здесь комбинацию. Скорее всего. Все, красиво. Так, 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 так. Сейчас будет жестко. Сейчас будет, если я, правда, если я успею. Так. А, не успею! Ёлки. Писец, просто не успею. Мрак. Так, ну вот, просто в никуда, в никуда. Я должен был прикол с мячиком. Переигрывай в третий раз. Это хардкор. Слушайте, надо собраться. В моей голове все так правильно и красиво лежит, но он, бляха, неправильные тайминги дает. Чего так хардкорно-то, дед? Слышишь, завези что-нибудь попроще, у тебя маршруты. Этот телефон сразу, он мне все руинит. Мне хочется по пути цветок зацепить. На самом деле я загомочил это тем, что я вот тут должен был сразу, вот я взял и должен был вот это сразу вот так сделать. Вот это просто очевидно, что после цветка он здесь сразу зашел в добивочку. Вот так сказать, это просто то, что я должен был обязан... Ну, обязан... Я успеваю? Ну-ну-ну! Вот сейчас просто мы делаем... Вот это будет лучший заход. Это будет просто идеальный, блядь, заход. Просто идеальный. Просто я должен все успеть провернуть, а я не успеваю это проращивать. Типа... Как этот круг начать, непонятно. С мячиком, с пианино и так далее. Так, окей, туалет я засрал. Уже туалет засран. То есть давайте сейчас... Сейчас он прилетает мячик. Он так и так пойдет в цветку, я так понимаю, да? Тихо, тихо, тихо. Давай это, давай туда, дед. Сейчас он пока там все свои дела будет делать, я должен тут все успеть. Не знаю, почему так решил, но я должен тут все успеть. Быстрее, да быстрее, у нас время ограничено. Успеваю, да, 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 все, все, идеально легло. Так, я же здесь же адресовал ему это все дело. Так, сейчас будет эпично, ебать. Это шар для боулинга, все, минус палец. Перелом в четырех местах. А в смысле? Подожди, он после телефона не цепанулся на картину и вот эту вот всю романтику? Как так? Ну хрен с тобой. А как тогда, он тогда все, он тогда просрал, получается, картину. А, нет, сейчас это цветку. А, ты вот таким путем. Я, походу, засрался. Ну, бессмысленно оперировать уж черт раз, это будет слишком позорно. Нет, астерес будет защитный или нет? Да, а, типа астерес, это когда не успел пройти предыдущую шутку. Все, тогда я понял. Блин, так он здесь на две шутки просрал. Я думал, что он будет заходить с этой стороны до мячика. Блин. Сука, что так сложно? Тогда надо было, наверное, эту штуку разливать здесь. Под его шутку. Он бежит в туалет, тут у нас засрано. Но здесь крутая комбинация. Здесь три подряд я ему сейчас выдал. Это жестко. Он адрестал. Это еще плюсик, плюс три. Но сейчас он будет долго остывать. Тут будет всего одна шутка. Потом придет к детям. Тут будет еще две. Ну, такое себе, короче. Как я что-то не мудрил. И все равно перемудрил. Но тут, наверное, было сейчас разливать вот тут мыло. Потому что он сейчас будет долго играть на фортепиано. Это вот, вот. Уже сейчас бы он как раз-таки подогрел себе еще бы раз эту. Да, пиздец. Минус пальцы. Все, не будешь ты лучше на повороте.
чинит. Сейчас начнет, наверное, доигрывать, скорее всего, теперь по-нормальному. Да, это вот время забивает. Слушайте, как сложно! Можно чужечку попроще? Так, дети, дети даже мяч не пригните, были. Так, он в шоке от микроволновки. Это еще 7 плюс 3. Ну хера знает. Добрать аж целых 13 баллов за последний заход. Сейчас посмотрим. Дети не кинули мячик, он все равно к ним идет. Это плюс 7 еще. Все равно, бляха, вот да, вот где-то комбинацию я просрал. Не идеально какую-то раскидал, одну стрессовую. Он с картины меня подставил, я думал, побежит телефон, и он заметит, бляха, как можно было говорить по телефону и не заметить, сука, картину испорченную. Блядь, сосед. Слушайте, ну я предлагаю на этом пока завершить. А такой первый ностальгический заход. Я не знаю, когда мы в нее вернемся еще. Посмотрим на ваш актив, ваше желание. Я вообще не знаю, смотреть ли это интересно или нет. Такие игры. Причем в какой-то момент мне стало типа не смешно, я начал реально запарываться насчет правильности действий. Это просто жуть. Кстати, следующая серия, вот это я про нее говорил, это бомба. Сед голышом, тут вокруг ванны, там просто набор. То есть, по-моему, что-то 5 шуток вот здесь находится. Что-то там с пеной, с полотенцем, мыло, туалет, там полный набор, короче, полный фарш. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. А вот в такие игры играли мы в начале нулевых. Это реально 2002 года, ребят, игра. Как бы, я думаю, многие ее знают, но кто-то, наверное, для себя открыл ее впервые, поэтому... Если что, вот можете поиграть сами. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки и пока-пока.